Привет, привет! Я Андрей Малик и приветствую вас на моем канале, где мы проходим очередную часть растений против зомби. Будем играть в выживание, но сперва, перед тем, как мы пройдем к этому, посмотрим на мой сад. Я не записывал это видео, я просто медленно ухаживал за своими растениями, поливал их, кормил. И, как видите, весь шоколад ушел моему дружку, как его мы называем, я не знаю, как у него имя. Я будем называть, не улиткой, надо как-то его... Фрэнк, это наш дружок, Фрэнк будет, все. Вот, я ему весь шоколад отдал, все, что у нас было. И все, у нас уже места нету. Вырастил я все, что мог, как видите. Поэтому я сейчас быстро поливаю и продаю. Продаю растения, покупаю новые. И у нас уже по деньгам-то неплохо. Я могу купить сейчас новые растения пооткрывать, я думаю. Денег будет реально много. С каждого обычного по 3000. Давайте посмотрим. 3000, да, 3000. Вот эти получше, которые улучшенные. С них сколько? По 8000. Я их все продам. И обычные, и такие. И что я сделаю? Я, наверное... Что подумаю? Я сохраню вот это вот первое растение. Это для другого сада. Я, наверное, другие сады куплю. Ночной сад и бассейн там, да? Аквариум или как он там называется. Все куплю обязательно. И буду там уже высаживать. Но здесь я продам вот эти вот специальные, которые у меня есть. Ну, продам реально. Мне нужны деньги. Нам скоро это большое дерево выращивать. Для чего? Для достижений. Я же делаю все достижения. Если вы первый раз смотрите это видео, смотрите плейлист. У меня очень много уже частей. Там больше 20 частей вышло этой игры. И вы увидите, какие достижения я сделал. Там все дела. Я проходил и бесконечный режим, и прочее. И у меня скоро будет 100% всех достижений этой игры. Если я играю в какие-то игры, я делаю все достижения. Также я играю в Kingdom Rush параллельно. И там есть достижения, я их делаю. И для тех, кто любит старые игры, я прошел сейчас, поиграл в игру Need for Speed, самый первый, 95-го года. Вот эта игрушка офигенная, реально, она сделана классно. Да, там нельзя машины перекрашивать, да, их там всего 10 штук, по-моему, если не меньше, если не 9. Но там сделано все классно, ну то есть, 95-й год, она на диске вышла, я нашел диск оригинальный и... Через MS-DOS эмулятор запустил. Короче, смотрите, обязательно вам понравится. Ну, переходим к нашей игре. Растения против зомби. Есть достижение открыть все растения. Поэтому я сейчас, наверное, потрачу все деньги и открою, куплю у нашего сумасшедшего соседа Crazy Dave. Куплю у него все доступные растения. Давайте ряд вот так вот продадим. Я понимаю, что они дают монеты. Но я сейчас все быстро деньги потрачу, увидите. Кажется, что у меня их много, да, там 100 тысяч уже, 103 сейчас будет. Но это все не то. Смотрим, шоп. Что нам надо купить? Ну, во-первых, 3 горшка мы купим по-любому, просто так, чтобы было. Где наше растение? Так, вот этот вот. Вы знаете, наверное, как он работает. Вы ставите на двойной, и он становится четверным. А этот покупаем на гриб, ставим это и делает его апгрейд вправо-влево, вверх-вниз он начинает стрелять. Далее у нас есть слоты, как вы видите. Слоты, 10-й слот, это максимальный, тоже покупаем. Вот я купил, у меня уже денег нету, вы видите, уже нету. Можем купить и эту, просто по приколу, как она называется, Garden Rake. Не знаю, как переводится правильно. И осталось сколько, 53 тысячи нам надо. Хорошо, 53 тысячи. Пожалуйста, сейчас продадим все. Сейчас. Я, наверное, вот эти специальные нижний ряд я не буду продавать. Продам эти. Значит, нам надо сколько? 53 тысячи, правильно? Опа, я даже не знал, что вот эту табличку можно дергать. И она остается? Нет, она все равно двигается. В общем, 53 тысячи сколько у нас? Ну, практически все придется продать, да. Ну, а что делать-то? Надо же как-то быстро проходить все, поэтому... А я сейчас выживание буду проходить, сложную часть. Мне уже надо готовиться к выживанию бесконечному режиму, чтобы пройти, сколько там, 20 волн надо выдержать или 40, не помню. 20, наверное. Посмотрим, 53, ну практически. Сейчас эти полью и посажу же сразу новое растение сюда. Все, а здесь все продам, кроме вот этих специальных. Все. Поливаем последний раз, я так понимаю, сейчас...
и посажу сразу новое растение. Может, перенесу их вот сюда, вот, чтобы было удобнее. Так, как же мы назвали это улитку? Я уже забыл. Как он там был назван? Ладно, будем его Джеком. Джек-потрошитель. Не, тоже не подходит. Надо что-нибудь придумать другое. Ладно, сейчас быстренько. Опа. Готово. Все, деньги есть, покупаем. И мне кажется, что уже дадут достижение мне или нет? Или я что-то путаю? Купили. Опа. Чуваки, сделали мы достижение. Что у нас можно еще купить в будущем? На будущее купить за 60 тысяч дерево. Дерево 10 тысяч, каждый корм 2,5 будет стоить. Ладно. Все, мы сейчас будем проходить выживание. Все, я и так торможу. Выживание день, поехали. Выживание день, ничего сложного не будет на самом деле. Просто больше зомби, чем обычно. Значит, ну начинаем по обычному. Сейчас покажу новую фишку, которая, ну как фишка, просто как я играю, мою стратегию. Я же взял вот этот, вот этого, который делает копию, то есть я смогу быстрее вначале по деньгам развиваться, так скажу. И поэтому... Так, что нам надо? Если честно, вообще тут без разницы, что брать, и это можно... Что там еще? И огонь возьму, вот так вот возьму. Ну все, поехали. Да, нормально все. Стреляющий только вот этот у меня, это, конечно, очень плохо, что я взял только так. Ну и таким образом можно пройти. Я думаю, вам будет интересно, что я прошел таким образом, а не как обычно, как, ну, легче сделать. Вот мы смотрим на него, опа. И он превращается в такого чувака. То есть это как по-русски-то перевести? Я знаю это название, это как бы ложный там что-то. Ложный гриб, типа того, который похож на другого. Так, тут ложное растение, что-то... А, это иллюминатор или что-то там такое называется. Опа, я даже не заметил, что он наступил. Хорошо, вначале хорошее начало у меня. Не надо тратить. Так вот, с этим иллюминатором, смотрите, как я быстро сейчас сделаю себе много-много sunflowers. И, ну, как бы будет легче, сразу очень много денег будет. Хоть у меня всего за 325 стреляющий один... Мне этого будет достаточно сейчас. Я вот два ряда поставлю быстренько. У меня будет достаточно, чтобы всю игру быстро пройти. Только одной вот этой пушкой. Ну и огонь потом поставлю я, конечно. Так, ну все. Второй пошел в этот же ряд. Ну ладно. Так, ждем 325 и я ставлю в ряд, где они идут прямо туда же. Так, 225, 250, 275. Раз, два. Поехали, все. Убьет. Много места еще. Сейчас еще 325 сверху также поставлю, и мне для начала хватит обороняться. Сразу все линии перекрыл нормально. По центру даже линия два раза стрелять будет, то есть она более защищенная будет таким образом. Центральная. Так, ну я ставлю сюда, я вижу, что там внизу проходит. Я поставлю мину на всякий случай, я не знаю, убьет он, не убьет. Не буду гадать, сразу поставлю так. Я думаю, вот здесь поставлю еще немножко по деньгам, чтобы было более приятно мне. Здесь поставлю шипы, чтобы уж точно этот умер. Этот взорвался. Здесь мы так. Так, а здесь мы будем так ставить. То есть они будут грызть орех и будут в шипах стоять. То есть вот такая стратегия у меня будет на этот уровень. Ну, нормальная стратегия, я считаю. А здесь можно поставить что-то типа... Чтобы типа вот так. Будут звездочки стоять. Защищать меня. Кстати, как он сгрыз неплохо так. Совсем неплохо сгрыз. Орех. Довольно серьезно он так пострадал. Хотя вроде как и 10 секунд там он грыз. Может чуть больше. Но съел он приличную часть. Далее 325, наверное, сейчас поставлю. Или огонь поставить сразу. Вот так вот, например. Что-то я не рассчитал. Наверное, защиту сразу поставлю. Не заметил, что он не особо будет быстро убивать. Шипы ставлю. Ну, такой вот у меня стратегия. Такая вот получилась. Нормально.
Напоминаю, что это выживание, сложный режим, день, где каждую волну, после того, как пройдут две волны, можно снова растение поменять. То есть я сейчас взял такие, потом добавлю что-то новое. То есть это не финальный вариант. И мы открываем режим, что зачем я это играю, чтобы пройти все и открыть режим бесконечности для достижения. Так как я планирую пройти всю игру полностью, открыть все достижения, показать все секреты, чит-коды и прочее, поэтому я хочу сделать все красиво, качественно, я должен сделать все достижения. И если есть возможность, я делаю достижения. Вот мы сделали сегодня, вы сами видели, как я купил, и у нас все растения теперь есть, полностью все растения. Опа, шоколад, это классно, это реально классно, то, что шоколад выпал. Потому что хорошо, можно ставить игру в Steam открытую, да, и ставить, давать шоколад. И улитка будет у нас помогать нам. И, то есть можно уйти, она будет собирать все эти монетки, все это. Потом приходишь, смотришь, опа, сколько денег много стало. Вот, быстро довольно все. Что в каждую линию огонь уже практически поставил я. Мне нужен орех сюда вот для красоты в один ряд. Ну и все, в общем, готово. По 325 две пушки еще куплю. И тут без вариантов, просто без вариантов. Мне кажется, даже и менять ничего не надо для будущего. Я не знаю, есть ли тут чуваки, которые копать под землей будут. Или они чуть дальше будут в тумане, там вот на этом уровне. Или в бассейне они. В бассейне, по-моему, или где они. В общем, я не помню, будут тут они, нет. Ну, это сложный режим, но как бы... Так как я тут все знаю, у меня все открыто, я не вижу сложности, как его не пройти. Только если медленно все делать, да, можно, конечно, проиграть. Но я думаю, что поиграть, потренироваться, и даже если кто-то из вас первый раз играет, все пройдете спокойно. Ну, а я жду ваших комментариев, конечно же. Что я сделал не так, что вы мне рекомендуете, какие-то игры, может, что-то сделать. Пишите все, я читаю. Даже если не отвечу, я все равно прочитал, просто, может, забыл ответить или еще что-нибудь пропустил там. Ну, я стараюсь все читать, так что не волнуйтесь. Давайте только позитивными будете, чтобы настроение не портить другим. То есть, позитивчик. Так, поехала в следующая волна. Что у нас тут добавится? Сейчас посмотрим, что можно поменять в наших растений. А чего не стоит? Так. Хорошо. Хорошо. У нас воздух появился. И стреляющий чувак. О, стреляющий чувак у нас умрет шипами. Далее. Шары я возьму, наверное, на всякий случай. Ух, где же это? Где же это? Что-то я слепой, походу. А вот, вот этот. И, наверное, возьму... Блин, ну реально. А вот, кактус возьму. Я думаю взять этих с заморозкой, улучшить этих. Ну, что еще там? Наверное, орех поставлю. Чего не хватает там? Что у нас тут? Ну и я не знаю, что ставить. Поставлю защиту. Все. То есть здесь никаких проблем не должно быть. Я даже кактусов не хочу ставить. Ну, поставлю уже. Просто я не знаю, как их ставить. Чтобы в каждой... Везде они были. В каждой линии. Поставлю вот так для красоты. А здесь придется что-то продать тогда, чтобы их поставить. Ну, ладно, оставлю именно так. Хватит мне. Дэмэдж у меня хороший. Урон. Никто не пройдет. Ладно, что делаем? Что рассказать-то вам? Не знаю. Не знаю. Так вот. Сегодня я поиграл в третье видео Need for Speed. Я прошел первую часть. И начал думать, а что еще поиграть? Вот в какие-то гонки. Ну, гонок-то реально хороших нету. Ну, вот новых, да, все старые классные там. Ну, Mario Kart, единственное исключение, ребята, Mario Kart — это игра просто, просто офигенная. Если у вас есть возможность, покупайте Nintendo Wii U.
Ну или Nintendo 3DS, и покупаете эту игру. В нее можно играть, я не знаю, месяцами. Там много чего интересного. Открывать можно и части к ним, и там и прочее. И новых персонажей можно открыть. То есть игра сделана офигенно. Я давно такой качественной игры не видел. То есть Nintendo, хоть и на Nintendo там как бы странные игры, да, и их немного, и какие-то они детские многие слишком. Но все-таки платформа Nintendo, она офигенная. Благодаря тому, что качественные игры делают. Вот Mario Kart, это просто. Я не знаю, я уже жду Mario Kart 9. Я не знаю, когда он выйдет, но по моему мнению, он выйдет в конце 2016 года или в начале 2017. Ну, потому что они качественные игры, их долго делают. В этом году точно не выйдет, а в следующем ближе к концу. Кстати, в мае этого года еще даже к Mario Kart DSL DLC выходит. Добавляют там новую трассу и новых персонажей, по-моему. Да, одну трассу добавляют. И вот я с удовольствием поиграю. Жалко, что для YouTube они блокируют, так бы я бы записывал, но они блокируют видео, сразу типа копирайт такой, я пробовал. Там главная фишка в игре, нельзя выключить музыку, а вот по этой музыке она и определяет, что ты играешь в Mario Kart, и поэтому ничего не сделать. Ну, такая фишка. То есть Nintendo, они как бы жлобы, по сути. Они каждую копейку считают. Не дают зарабатывать там ютуберам или там делать видео по этой игре. То есть вот такая вот фигня. Но я думаю, что есть какие-то ютуберы, они договариваются, что они будут играть, и к ним нет претензий. Но я небольшой канал, мне это не светит. Мне не получится ничего. Так, ну что, это очень быстро было, ну просто нереально. Так, босс будет. Хорошо, будет босс. Да, то же самое, шипы. Значит, возьму больше всяких бомб, потому что они все взорвут очень быстро. Ну и что? Ну и так, наверное. Поехали. Поставлю защиту. Сейчас заморозку внизу поставлю. Не, по центру поставлю. Заморозка офигенная. Да, умирают они просто мгновенно. Офигенный дэмэдж. Ну тут зомби не бронированные, но с газетами только и вот обычные. Быстро умирают. Слишком легко даже. Ну, основная проблема здесь это вот эти боссы будут большие. Кликаю мышкой постоянно. Все, что делаю, собираю монеты и смотрю, что происходит, потому что что-то я не туда поставил внизу тыквочку эту защитную. Так, здесь шипы. Я так понимаю, что он даже обычные шипы разбивает, но надо несколько раз ударить боссу по нему, чтобы убить, разрушить. Если я правильно помню, я просто забываю иногда такие простые вещи. Денег запас хороший. Ну что, эти взорвутся? Боссов не будет, они будут в последней волне. Судя по всему. Опа, шоколад, офигенно. Хотя лучше бы растения выпадали, потому что растения, по сути, это... Сколько? 8 тысяч дают, да? Или сколько? 7? За любое растение, которое вырастешь здесь потом, которое выпадет. То есть оно уникальное, это не те растения, которые я покупаю у этого Crazy Dave, которые простенькие, за них 3000 только дадут. А здесь уже нормальные растения, по деньгам хорошо можно заработать. Вот пошел первый чувак, сейчас будем смотреть, что происходит вообще. Раз удар, второй удар, третий удар. То есть они офигенно еще защищают реально вот эти вот шипы. Так, ну убил он, да. Убил он, кинул сюда своего малого. Так, ну здесь я ничего сделать не могу. Придется отдать это все. Не предсмотрел я, что они будут кидать их. Ну здесь он тоже сейчас кинет, да? Кинул он, да.
Блин, как-то плохо. Плохо получается, потому что я забыл, что они кидать начнут. А они половину посъедали моего всего. Так, ну еще волна будет. Так, и огонь у меня пропал. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. Так, эти умрут. Здесь босс, короче. Сейчас я его быстро... Я его заставить должен кинуть. Когда он кидает, я кидаю сейчас. Вот так, опа. Все. Так, а здесь у нас проходит чувак, да? Ну, я думаю, убьют его. Убили, хорошо. Ну, немножко попортили мне тут ситуацию. Сложнее стало, конечно. Ну что, босса сейчас не будет, всякая фигня. Сейчас все восстановим. Вот этих надо восстановить. Шипы простые буду ставить, пока не нужны. Огонь восстановить надо. Это, большую тогда возьму эту. Так, что у нас там еще уничтожили? Звездочки, да? Ну да. Нормально все. В целом все нормально. Кстати, если я вот эти улучшаю, которые серого цвета Sunflowers, ну как бы не настоящие, они тоже будут улучшенные такого же цвета или нет? Я же-то не проверил это. Походу нет, да? Уже смотрим, ставлю. А, ну да. Они как оригинальные выглядят. И не заметишь подмену. Так, ставлю большие уже стенки. Огонь сейчас восстановить надо. Две линии без огня, вот там и сразу зомби больше. Так. И еще 175 надо. Так, бежит чувак здесь. Поставлю вот так. Ну где, где еще 175? Экономику подпортили мне немного. Да, вот сейчас нормально. Надо сейчас стенки ставить, они потому что лестницы будут ставить быстренько везде. Все, ставлю сюда. Ну, в целом нормально. В целом без проблем. Сейчас будет проблема, когда они лестницы поставят и начинают перелазить. Но у меня здесь все заблокировано, нормально дальше. И шипы стоят, то есть все под контролем. Главное, не взорвали, чтобы эти чуваки шарманкой. Вот бомбу некуда ставить у меня даже. Ну все. Я так понимаю, следующая, последний раз поменяю, и все, это финальная будет часть. Там, наверное, уже все полезут, и, я не знаю, может, подземные чуваки летающие будут, и босс будет. Не помню. Ну, для защиты я поставлю сейчас везде здесь, чтобы не сожрали малые эти, которых им кидает. Это реально самая большая угроза для меня. Сейчас я беру и поставлю большие стенки. А, большие же, они все равно перелазят. Так, толку от них? Я что-то не сообразил, какую-то фигню придумал. Большие ничем отличаются. Ну да, они, наверное, больше здоровья имеют, я так понимаю. Подозреваю, но это непроверенная информация. Они более толстые такие, более защитные. Ну и еще одна волна пойдет, последняя. По деньгам очень все хорошо у меня. Один подсолнух только, который нужен, нужно апгрейдить и все. Ну а здесь все как надо. Все дохнут. Хорошо. Смотрим, что далее нас ожидает. Последние две волны. А, ну каток будет. Каток не проблема и летающий. Значит, летающих так мы сделаем.
Каток. Обязательно каток. Это... А, вот для перепрыгивающего хорошо. Так, ну и все. Поехали. Сейчас посмотрим, как тут сверху, внизу. Я поставлю здесь... А, и вот еще один подсолнух был для апгрейда. Ну, я здесь поставлю кактус. Шипы надо проапгрейдить. И заморозку. Что далее еще там будет? Не помню, что еще сделать. Так, кактус поставлю. Куда поставить? Ну, продам уже всем. Мне не нужны эти деньги, так сказать. Все нормально у меня с финансами. Поэтому вместо них я ставлю кактус, чтобы уже не обращать внимания, что мне надо будет там летающих этих сбивать постоянно. Я так сделаю. Так что продадим здесь, поставим большую, чтобы не перепрыгивали. И еще одну надо обновить, и все. То есть эта последняя волна, она легче, чем... Вот с боссами реально было только сложно, а здесь, ну, фигня полная. Легче, чем и до этого было. Все сгорают очень быстро. И замороженные все. Что 10 тысяч денег заработал я. Опа, подарок, хорошо, отлично. Растение хоть открыл. А то столько прошел волны, только одно растение. Ну, две шоколадки, по-моему, или три открыл я. Я не считал, но вроде две точно, а три не уверен. Так, всех собью сейчас. Летающих. Да их довольно много было, да. Но это не проблема. Сейчас проверю, шипы там не надо нигде ставить. То где-то у меня не апгрейднутые шипы были. А, вот здесь в центре, по центру, да, единственное, где... Нужно апгрейд сейчас поставить, вот все. Так, сверху я, чтобы не перепрыгивал, так поставлю. Ну и так для красоты поставлю апгрейды еще. Где тут у нас заморозка нужна? Ну все. Шипы апгрейднутые. Надо только следить, когда... Их все равно сломать можно, поэтому надо следить, чтобы не прошили ребята эти. Так, шоколадка, отлично. Офигенно. Так, сверху, по-моему, шипов нет, да? Нет шипов. Обновил. Сейчас сверху будут приезжать, потому что шипы закончились. Надо следить за верхним рядом самым. Так, ставлю еще. Монетки собираю. Так, шипы хорошие поставил сверху. Ну и последняя волна сейчас пойдет, но шипы сейчас практически, вот мы видим, все вот эти, вторая, третья, четвертая, пятая, они практически уже вышли из строя. Поэтому вместо них я сразу бомбу буду ставить, надо следить просто. Так, все нормально. Да, все окей. Много катков не было на этот раз. Ну и красиво всех убиваем. Получаем кубок и даймонд. Даймонд 1000 баксов. Вечно зеленых 1000 баксов. Так, ну что, это было довольно долго по сравнению с прошлыми нормалами, которые быстро проходились. Это довольно долго проходил я. Так, смотрим, что у нас там. Мы открыли дополнительное растение, которое я сразу сюда пересажу. И надо мне будет его сейчас полить. Ну что, спасибо, что смотрели. Это было прохождение выживания, сложность хард. Первая часть — это день. Прошли спокойно, без проблем. Была только проблема с боссом немного. Покидал он малых своих. Я немного растерялся и не был готов к этому. И потерял немного растений. Смотрим достижения. Ну что, достижением у нас найти эти остался. Sunflower Trophy — это когда ты пройдешь все там... Все выживания, все мини-игры и пазлы, это само по себе сделается. И что можно? Дерево вот надо 100 раз вырастить. Это долго делается. И вот пройти daytime уровень и только грибы садить. Вот это вот довольно сложно, наверное. Посмотрим. Ну, я так понимаю, mushrooms, я не знаю, как это работает. Просто если ты вот эту вот potato mine поставишь, ну... Будет засчитываться ачивка или нет? Ну, это как бы не растение, это как бы...
Ну, не знаю. Наверное, это все-таки не грипп, и считается, что ты не пройдешь достижение таким образом. Ну и вот 20 волн надо выдержать в бесконечном режиме, который я скоро открою и пройду. Ну и вот это довольно сложно, но оно, наверное, в бесконечном режиме проходится с помощью кукурузы двух больших боссов убить. Ну, таких, которые с дубинками ходят. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть достижений осталось. Кстати, фишка тут до конца крутим. Мы видим все игры попкэпа разные тут, которые есть. Вот это Peggle игра. Это, я не знаю, труба какая-то. Это тоже у них есть игра такая. Ну, они аркадные такие, пазлы. И внизу такие, смотрим. Мы типа докопали до Китая сразу. Такая фишка. В какой-то версии, по-моему, для iOS или для Android, не знаю. Когда крутишь до низа, дают достижение. Вот так вот. Ну, типа, это фишка такая. Я помню, было достижение. Ладно, спасибо, что смотрели. У меня будет постоянно выходить видео. Канал новый. Если интересно, подписывайтесь. Всем рад. Читаю комментарии. Спасибо за лайки, за просмотр. Всем вам удачного дня. Играйте в хорошие игры. С вами был Андромалик и канал Андромалик Плей. До новых встреч. Всем удачи. Thank you.